Так, hello, бомбочка, друзья. Решила напоследочек провести прямой эфир. Помочить ножки в море. Наверное, в этом году. Не знаю, как получится, но, скорее всего, уже в этом году крайний раз. Или последний, я уже боюсь говорить. У меня нет похмелья, я вчера очень мало пил. Один, наверное, или два виски. Машунька, а где ты купаться? А, там душик есть. Ну как? Нормас. А мы хочу я и мою маму. Да? Да. Ага. Зато у тебя две дочки. Ага. Где у тебя? Хорошо. Так. Ой. Руку держать на весу, это ужасно. Прогуляемся, дорогие друзья. Отвечу на пару ваших вопросов. Вечером как-то пооживленнее у меня эфир, естественно. Смотрочка. Там холодно, убегай оттуда быстро, приезжай сюда, здесь тепло. Где холодно? У нас тут тепло. В Москве холодно. Now I'm in Turkey. Пойдем обратно. Чуть-чуть прошли. Вот, сейчас пообедаем и будем отчаливать в аэропорт. Что с моей прической? Что такое? Что за пиздец? Да, лучше пья. Так. Последний день, как всегда, только разыграешься, уже уезжать. Ребенок что-то роет. Что-то роет ребенок. Поправляюсь, поправилась вроде. Я не знаю, надо было взвеситься в конце. Я как-то тут на днях встала на весы, было уже 74. А приехала я 71. 3 кило. Ну, они быстро в Москве уйдут.
Не, никакого стриптиза сейчас не будет. Стриптиз был вчера. А сегодня я грустная. Ладно, совсем легкий. Надо пофоткаться еще. Не, наверное, не успею я пофоткаться. В Москве начну спамить. У меня там очень много фотографий. Надо пересмотреть. Я боюсь даже заходить в раздел фотографии. Очень много видео, фотографий. Контент будет еще с отдыхом. Hello! Да, у меня хорошая гдудя. Гдудь. Неплохая. Что, когда? Стриптиз? Не знаю. Природу, давай, правильное решение. Я сейчас покажу вам красоту. Блестящее море. Ой, господа отдыхающие. Позанимали лежаки, никто не загорает. Ребенок. Волна, волна, волна. Ловим, ловим, ловим. Чуть-чуть загорело. Это вообще самый лучший звук. Спасибо большое за комплименты. Не, это красота. Не, я в воду не пойду. Нам скоро в аэропорт. О, тепленько, хорошо. Номер уже все закрыт. Повезешь песок в трусах в Москву. Куда пойдете с мамой? На обедать надо уже. Ну да. Давай, пойдем. В Москве нас ждет Патриция. Уже забыла, кто мы такие, наверное. По поводу кошки. Кошка ушла. Кошка ушла, и она не приходит.
наверное, чувствуют, что мы уехали. Животные, они умнее нас. Так, покажу здесь красоты. Такие. Что вы там на обед собираетесь? Да, сейчас сфоткаемся и пойдем. Птичка, пойдем помоемся, малыш. Давай, давай. Ребенок фоткаться пошел. Это я опять. Малыш, пойдем в душик сходим, заяц. Ребенок, кто ненавидит фотографироваться с другими. Я здесь. Чек Майкл. Привет из Бали, привет. Как вам дела в Бали? Не хочу в душ, хочу просто ножки помыть-то. Где-то там. Сейчас. Ладно, ребят, отключаемся, нам пора.